Ребята, всем привет! Сейчас мы будем учиться вместе с вами настраивать наш персональный блог. Проходим по ссылке, здесь вводим свои сохраненные данные, логин и пароль, нажимаем кнопку «Логин». Дальше мы переходим вот на такое окошко, спускаемся в самый вниз и нажимаем «WordPress». Когда мы сюда переходим, мы нажимаем кнопку «Install». Дальше спускаемся и начинаем редактировать. Здесь in directory мы удаляем. Спускаемся ниже. Редактируем. Здесь мы будем вводить свой логин, свой пароль. Пароль должен стоять с цифр из букв. Здесь мы вводим свой действующий настоящий email адрес. Дальше спускаемся, нажимаем на плюсик. Выходит автоапгрейд. Вставим галочку. Дальше спускаемся. Нажимаем Select, самую первую выбрали, и нажали кнопку Install. Здесь, когда мы нажимаем кнопку Install, нас перебрасывают во второе окошко. Здесь мы должны поставить вот напротив этой фразы галочку. Мы спускаемся в самый низ, повторяем кнопочку Select и нажимаем Install. Пошла загрузка, мы ничего не трогаем. После того, как она сейчас загрузится, мы должны будем вот эту вот ссылочку, вторую. Вторую ссылку мы копируем и сохраняем под названием «Мой вход на мой персональный блог». Здесь нас уже перебросили. Здесь мы вставляем свой логин, свой пароль, ставим вот эту галочку, ставим и нажимаем «Логин». Я вас поздравляю, теперь у вас есть свой персональный блог. Здесь мы нажимаем Pages, Add New. И вы смотрите, теперь мы идем на командный сайт и смотрим видео, как создать видеостраничку захвата. Еще, после того, как вы завершили все эти процедуры с блогом, вам нужно будет установить еще одну штуку. Инструкция по установке ее будет в описании к этому видео. Всем спасибо!